Лозунг «Мы были, мы есть, мы будем всегда» сегодня звучит как насмешка. Для большинства из 3000 рабочих пятница внезапно стала выходным днем. На этом главном конвейере раньше работали 35 человек. Сейчас тут пусто, а тракторы стоят полуразобранные. Слесарь-сборщик Иван Крикун этим цехам отдал 40 лет жизни. И без объяснения руководства понимает, почему сейчас работы нет. Двигатель. Россия, Ярославль. У нас машины везут эти двигатели. Пожалуйста. Если на таможне стало, все. Харьковский трактор невозможно собрать без зарубежных деталей. Двигатели, сиденья и даже рули импортные. Очередная партия комплектующих из России, Италии и Китая застряла на границе. Директор говорит, с оформлением затягивают украинские таможенники. Это полный саботаж и никакой информации нам не дают. У нас заморожено на таможне более миллиона долларов. Убытки, ну одна машина простой, ее стоит 50 тысяч. На таможне же настаивают. Заводчане сами виноваты. Не присылают документы, определяющие стоимость товара. Если декларантам будут предоставлены все документы, которые подтверждают соответствие с кодексом таможенной стоимость, то оформление будет проведено. Не дождавшись бумаг, таможенники могут и сами оценить детали. Не исключают, что в таком случае те весьма подорожают. А руководство тракторного уже готовит иск. Разрешение конфликта между украинским госорганом и принадлежащим российскому бизнесмену предприятием затягивается. Заложниками становятся рабочие. Вынужденный отпуск Ивану Крикуну предприятие сможет оплачивать лишь до конца октября. Григорий Пырлик, Игорь Лукашов. События. Харьков.